О судьбе русских офицеров. В эти дни в музее по Панаме «Сталинградская битва» работает выставка «Долг судьбы. Военспецы на службе Республики Советов». Сегодня театрализованную экскурсию для юнармейцев из Волжского провели сотрудники музея. Ребята узнали о службе офицеров в русской императорской армии, их участии в Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войнах, преподавательской работе. Им рассказали о роли военспецов в становлении офицерского корпуса Красной армии и развитии военной науки. Школьники увидели документы, фотографии, личные вещи офицеров из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва», государственных архивов и библиотек и частных коллекций.